А вы видели этот коронный прием легенды греко-римской борьбы Рустама Асакалова? Благодаря этому приему Рустам вырывал победу в практически потерянных схватках. Как, например, в этой схватке с иранцем. Проигрывая схватку 7-0, Рустам продолжал держать концентрацию и подготавливал свой коронный прием. Обхватив руку соперника, Асакалов делает бросок на 4 балла, следом идет удержание соперника на лопатках и объявление досрочной победы. Итоговый счет 7-5 и досрочная победа легенды. Новости ММА, подписываемся.